знаю, что пластические хирурги очень не любят нити омоложения. А к гидроксиапатиту кальция, Редис, как вы относитесь? И можно ли после него без проблем выполнять круговую подтяжку лица? Ну, на самом деле мы любим все, по крайней мере, я люблю все, все технологии, все методы. Очень важно правильно применять. Понимаете, в чем дело, да? То есть вот можно с таким же успехом сказать, что вода – это очень плохо, потому что огромное количество людей и кораблей утонуло в морях и океанах. Без воды мы жить не можем. Абсолютно такая же логика применения всех этих методов, и в том числе и гидроксиапатит. Они все нужны, все применимы. Но должна быть точка применения очень правильно обозначенная, по показаниям, в правильных руках. И тогда каждый метод не является альтернативой, он является дополнением, они все взаимодополняющие. Тогда результат для пациента максимальный формируется с минимальным участием или травматизацией, затратами средств, времени и сил на реабилитацию.